Ядерно-магнитная томография – принципиально новый метод исследования. Он основан на явлении ядерного магнитного резонанса и близок по своей результативности к рентгеновской компьютерной томографии. Однако он позволяет избежать вредного воздействия ионизирующего излучения. Для получения эффекта ядерно-магнитного резонанса используют электромагнитное поле. Под его воздействием протоны тела человека приобретают строгую ориентацию, возникающее индукционное поле воспринимается детекторами. При ЯМР-томографии изображение может быть получено во фронтальной, боковой, поперечной и косых проекциях. Ограничений в длительности проведения исследования нет. Полученные данные хранятся в памяти компьютера и легко доступны при последующих исследованиях. Современные методы исследования дают большую информацию о заболеваниях легких. Они точны и малотравматичны. Задача врача – возможно ранняя диагностика заболевания и своевременное лечение. Для этого нужно умело использовать разные методы диагностики и правильно оценивать их результаты.